Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Здорово. Уже члена игр прошла, кстати. Погнали геймить, наверное. У нас, короче, будет SCP Secret Files, потом вы снова на клетке выбираете игру, потом я играю игру, в которую мне наролил дракон. Круто, нравится вам игрушка? Я, кстати, думал, она не от первого лица. Be right back. Ушел куда-то, чел. Пойдите в комнату 914. Опа, а тут что? Какой странный звук. Переместите отпечаток пальца с помощью клавиш VSD. На этом мы завершаем вводную часть. Желаем вам успехов в работе. Игра говно, ебано, я уже не хочу в ней играть. Есть такой вайбик? Надеюсь, спасибо, дядька. Веселые ноль, подчеркивание. Картонная стена, да? Па-п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 а. Картонная стена — это ловушка же, да? Я, наверное, здесь ее ставить уже не буду, а вот где-нибудь вот здесь ее поставить. Захвати пакетик на случай, если затошнит. Да он тебя подкалывает. Бля, меня заебали эти диалоги, уже просто отвратительная хуйня, заткнитесь. Оценка прав учетной записи, создание зашифрованного канала, исключение миметического влияния, загрузка базового модуля конференц-зала, установка мозгопользовательского соединения, тренировка... Подожди, это же нам Альтера выбирал, да? Эту игру нам выбирал Альтера, не? А там ведь были крутые игры. Где геймплей-то? Ну вот, Little Company начинается. Я вообще, кстати, не знаком со вселенной SCP, ни в одну игру никогда не играл. Все, что я знаю, то что есть. Есть статуя, которая шею сворачивает, если моргнуть. Ну ладно, игра крутая, мне уже нравится. Едем собирать мусор. Ты там, у. Старое дорожное заграждение. Читать не буду. Сейчас канистра взорвется. Кто говорил, что канистра полная? Нормально так. Спокойненько, приятненько. Если вся игра такая будет, я... Зачились? Пройдите психиатрический тест уровня 2 для проверки текущего психического состояния. Переместите левый фрагмент изображения в область сзади, чтобы заполнить весь квадрат. IQ-тесты, погнали. Oh, yes. Oh, no. Опа, вейп, кто хочет затянуться? Что за хуйня? Здесь, оказывается, на время было, а я подудеть хотел. О, гамбургер. Ам-ням. Хуяси. Бро, ну что за хуйня? Так не делается вообще никогда в жизни. Заберите выбывший из окна гамбургер. Все равно вкус. А за что такое плохое отношение? Что я сделал? Я даже не знаю, что я сделал. Я просто в пустыне катался, покрышки собирал. Вроде все было миролюбиво и хорошо и добро. Опа, в этот раз в пустынке-то темно. Мистер Бомбас. Давай дрифт на грузовике. Парни, мне игры проходить надо, а не суфлочиться от того, что я на грузовике застрял где-то. Ой-ой, началось. Почалося. Черная катушка. 110 кг. Опа, нормально так, давайте сжигать. Снова черная катушка. Та же самая. Звезда горит красная, бежим на нее. Страшно? Что такое? You shall not pass. Следующий шорткат блокируется для вас. Это прикольно придумали. Почему шорткат, а не подъем? Потому что это можно трактовать как баф. Типа, я не могу спуститься, потому что это... Ну, это тоже шорткат своего рода, нет? Дебафнули меня люто. Кох!
Ебать, звук с лютой задержкой и оставался. Ой, блять, вот это было очень неприятно, честно говоря. Иди нахуй, долбоёб ёбаный, сука. Ох ты ж, блять, урод. Бля, да манекены это всегда страшно. Они всегда статичные, а потом как резко дернутся и пипец страшно. Дискеты. Кассета. Опа, финка НКВД. Криси. Я люблю Криси, у меня есть две Криси. Пинки и Шису. Вы что тут забыли? Ой, блядь, иди нахуй, а, блядь. Пошел нахуй, блядь, в пизду, блядь. Ебись в рот, еблан. Ко. Ой, блядь, бесконечная лестница вниз. Что это такое? Где манекены? Или это и есть манекен? Если вас такое что-то неизвестное, лучше бежать. А я что делал? О, подожди. А, у него тесак в руке. Я думал, у него новая карточка какая-то в руке, которую нужно успеть забрать. А! А! Вот я на. Пиздец, представьте, это читать. Приложение 143D0, испытание на твердость 5000 хб по шкале Бринеля приложение. Не, первая головоломка была супер короткая с бэкситом от чата, плюс смешные ситуации создавала, и она... Как игруха, и если в ней играть, она, наверное, прикольная. Это какая-то, блядь, залупа ебаная. Эта игра очень пытается быть похожа на What Remains of Edith Finch, но настолько, блядь, она унылее, просто ужас. Ну мне, блядь, что, 5 лет, чтобы вот это 20 минут нахуй хуйню свою расчехлять? Ну как можно сперва ебануть какой-то ебнутый хоррор, где с тобой чел в цепях бежит, а потом на серьезных щах, ну вот 20 последних минут просто унылую историю трактовать? Ну это ж пиздец какой-то. Это прикольная игра на контрастах, но не на такой же долгосрок, ну. Писечки, сисечки, папочки, пукикаки, какашки. Спасибо, Питер Гриффин. Один ты меня можешь подбодрить. Consciousness begins what's to link. Stop the counter. Fuck, wait. Fuck, стой. Fuck. Стой. Бля, вот бы нарулилась какая-нибудь РПГшка, как у Саса на прохождение, часиков на 8, на 10, где сидишь, сейчас момчиком хуяришь, качаешься. Такую, знаете, которую можно было бы еще не жестко спидранить. Рукоблудие позволяет проходить визуальную новеллу, но запрещен автоскип сцен, рука обязана заебываться. Это, наверное, может быть сильный чизовый предмет для обуза клеточек. Спасибо, Nameless One. Чё там? Равноценный обмен. При получении стример обязан удалить любой предмет из своего инвентаря и произвести ролл базового колеса. Если предметов нет, ролл базового колеса. Любой предмет из своего инвентаря, правильно? Дебафов, к сожалению, нет у меня, чтобы удалить их. Не знаю, воля пантеона у меня довольно слабая, на самом деле. Но она заряжена хотя бы на один. Какова вероятность, что эта воля пантеона заряется на 5? А даже если заряется на 5, то и не так жестко. Но ловушка, наверное, тоже не сильно интересная. Эта штука контрит эту штуку. Давайте, наверное, реально ловушку удалим. И рерол, ролл базового колеса, да? Чё там выпало? Благословление логова, да? Потому что эта хуйня просто не идет в трекинг алертов. Плюс один к следующему броску кубика. И все? Ну, наверное, нормально, конечно. Блять, этот звук смеха младенца еще на старых Нокиях был на смс-ках у некоторых людей. Какой-то шакальный, правда. Блять, была пигорка.
Я надеюсь, то, что Marbles on Stream прокнет кому-то, какому-то человеку, который выберет реально что-то достойное. Мы же нормально выберем, но эту игруху выбирал Альтера, и... Ну, я мало пока игр сыграл, но это пока худшее из тех, что я играл на ивенте. Mortal Shell, знаете, он куцый, кривой, ужасный, хуёво там сделанный и всё такое, но он хотя бы, блядь, не унылый, как невероятное говнище. Эта игра, типа, у неё приятный визуал, что-то там озвучка прикольная, но она до безумия унылая. Ну, просто, это, наверное, самая скучная нарративная хуйня, в которую я вообще ever играл. Просто я читал, если что, некоторые статьи по SCP на вот Википедии SCP-ной. Блядь, насколько там интересно могут быть описаны какие-то рассказы, истории, и насколько игра со своими возможностями вообще ничего не делать для того, чтобы это стало интереснее. У меня, блядь, воображение интереснее разыграться могло, чем вот эти рамки, в которые меня помещают в игре. Это ужас какой-то. Это прям очень плохая игра. Она визуально прикольная, там, вон, переход какой-то на рисованный мир, но пиздец, полчаса меня дрочить истории мальчика с драконами бумажными, которая, ну, просто вот ничего не рассказывает. Это прям для фанатов, походу. Так тут не только в фанатах проблема. Вон, отзыв открываешь. Это не игра, а один сплошной коридор. Реально ведь. Ну, ты просто нахуй вот идешь с одной точки до другой точки. Но эта игруха прям 100% вдохновлялась Финчами. Прям очень след заметен. И в плане, типа, ну, геймплея тут, возможно, даже где-то опережает Финчи. Но в плане именно подачи сюжета прям очень плохо. Хайзенберг! Ебать, Хайзенберг из Breaking Bad, Фримен из Half-Life и Клэр из Resident Evil. Мы снимали с Хайзенбергом. Откуда вообще, блядь? Если у вас атакует что-то неизвестное, лучше бежать. Воспользуйтесь советом. Я надеялся, где-то в уголочке припрятали секретную куколку, как было до этого. Пытались, я не знаю, ну хоть что-то сделать. Ты просто сквозь мобов бежишь вообще на похуях. Зачем тогда эти мобы там вообще стоят? Сделайте хоть какой-то элемент, где тебе там, не знаю, от фонарика спрятаться надо, как, блядь, в Стрее ебучем было. Что это за сцена? I'll arrange for someone to take you back. See you on the next mission. Not in this lifetime. Not in this lifetime. Что это было? В конце какой-то этот термос поднялся. Да пройти игрушечку, ебануть батончик, кинуть кубик. Let's go, уже близко. Короче, все предметы, которые как-то влияют на твой ход, они у нас проюзывались до этого заранее. Можешь делать все, что угодно до броска. После ход сделан. Если хотите сделать иначе, мне кажется, иначе даже более круто будет, потому что ты сможешь лучше контролировать передвижение по клеткам. Давайте поменяем правила. Ты уже можешь сделать вот так, а дропнуть игру по-свински нельзя. Вот сейчас уже можно. Это литературный, если что, LGG-ивент. Меняем ли мы правила хода? Ну, тут просто нет никаких аргументов в том, чтобы оставлять его изначальным. Это просто, ну, даже в обсуждении не имеет смысла. Потому что Томатос за... Стас так играл, я тоже за. Ну, остается Нойка и Дракон, можно, конечно, поинтересоваться у них, но просто какие аргументы могут быть в пользу того, что первый смысл имеет? Боже, пожалуйста, пусть это будет какой-нибудь тупой платформер, легенький и веселый. Опа, Майнкрафт, Томас. Похоже, я должен наблюдать за чем-то в этой комнате, только зачем, блядь? Надо сперва покурить, где мои сигареты? Ха, они ни за что не догадаются, где я прячу сигареты. Знаем где. Черт, хорошо. Д-81 вернулся в лабораторию и сообщил о результатах доктору. Можете начать докладывать. Ну, на столе... Я тостер. Примерно 7 дюймов в ширину и 6 дюймов в высоту, и сделан из нержавеющей стали. Что-то еще? Что еще? Не знаю. Что еще вы хотите услышать? Я тостер, засуньте в меня хлеб, и я поджарю вам гребаный хрустящий тост. Хорошо, можете возвращаться в свое помещение. Хорошо, что я только что сказал? Мне нужна не сигарета, мне нужно питание, потому что я... Я тостер, мне надо вставить вилку в розетку, чтобы заработать. Ого, я тостер. Как здорово, что я делал? Это зарядиться, да-да, получить ток. Ура. Да, вот так. Скорее бы зарядиться. Вайбы серии про йогурт. И это хорошо. Это хотя бы динамичное и не душное, как то, что было до этого. И не перемудрено там, где вот, блять, оно не нужно.
Помню, должна была наблюдать. Да, просто наблюдать. Ой, это у меня в ушах шумит. Или я только что услышала что-то чудесное. Вернулась в лабораторию и сообщила о результатах доктору. Можете начинать доклад. Дорогой, не уверена, что он вам требуется. Начинайте доклад. Что ж, я тостер примерно такой ширины и такой высоты. Но моей младшей дочке такая же модель. Я темно-зеленого цвета. По-моему, этот цвет мне идет. Да, эта краска мне нравится. Поговорил со Стасом и Нойкой. Мы не хотим переписывать правила все-таки. Потому что кубик D6 всегда должен для тебя оставаться риском. В этом суть игры. Ты можешь заюзать любые предметы и получать гарантированные ходы модификаторами. Но кубик D6 для тебя всегда риск и неизвестное значение. Но это же тупо. У меня был момент, могу конкретный свой пример сказать, когда я стоял на 15-й клетке. У меня была возможность скинуть D3. И при этом, или оставить его. Я вот сидел и размышлял, хочу ли я использовать D3 да, или нет. Я тоже вижу так перед сидела. Собой 16-ю, 17-ю клетку. Да, ну так все делали. Так все делали, да, я согласен. Это хоть, вот это как раз-таки немного заставляет подумать, хочешь ты предмет использовать, не хочешь, какие шансы, на что будут да, шансы. Да, потому что не знаешь, какой куб. А так бы я типа кинул, грубо говоря, D6 на единицу, прокнул на 16, и такой, ебать, кидаю D3. Вероятность, типа, того, что я кину опять единицу, не очень высокая. Вот. То есть это больше такой какой-то чизовый йоло момент получается. Потому что, вообще в таком ивенте, насколько я, смотрел, там, и ХПК и так далее, всегда как раз-таки суть была и во всяких таких вот клетках, что кому-то может повезти, и он там пойдет по халяве, по каким-нибудь лайтовым играм, а кому-то может не повезти, и он будет встревать, в какой-то пиздец постоянный по клеткам. Угу. То есть предметы же у нас не прям настолько направлены, как, чтобы... Как раз-таки, исходя из вот этой темы, я изначально и боролся за то, чтобы оставлять больше влияния на контроль передвижения по карте. У тебя все еще фулл рандом никуда не должен был пропадать, но при этом ты имеешь больше контроля над тем, чтобы не превратилось все в душную хуйню, где кто-то вот в петле постоянно по шорткатам туда-сюда прыгает, как случалось на других ивентах. Но из-за того, что это отключает фулл скидывание вниз, я тогда не буду выступать за использование предметов после хода. Тоже верно, да. Опять же, ладно, когда ты кидаешь заранее, то это добавляет рандома. Просто видишь, Тиш, мы пока что втроем, не знаю, как ты, не знаю, как... Ну, так как Томат знаю. Точнее, ладно, знаю, как ты, знаю, как Томат, не знаю, как Дракон. Да нет, я уже согласился с этим поинтом. Мне просто нравится больше RNG вариант, когда ты думаешь заранее, а не действуешь по ситуации. Идея-то в целом, использовать подобные предметы даже после хода неплоха, но это как будто сам концепт ходов надо перерабатывать в этом плане. Хорошо, да, тогда скип, и я тогда напишу Томатосу, что мы играем вот так вот. Если вы просто объясните Томатосу, почему мы так играем, и то, что у нас некоторые механики просто фулл перестают нахуй нужными быть, я думаю, что он даже спорить не будет, как и Дракон. Миссис Уилсон? Миссис Уилсон, знаете, я слышу тихий голосок в голове. Думаю, пора мне выполнить свой долг. Я тостер, пора за работу. Я нашла украденную карточку доступа. Этого хлеба недостаточно для жарки. Работа, работа, хлеб, хлеб. Бабуле все равно раковая опухоль была. Хлеб, хлеб, работа, работа. Этого мало, я могу поджарить еще, я справлюсь. Я самая лучшая модель в мире. Работа, работа, больше хлеба, больше хлеба. Наполнеет на глазах, сейчас взорвется. Ох, почему хлеб так долго жарится? Проснулся, готовься к походу в лабораторию. Какого черта ты тут делал? Что вы со мной сотворили? Никто с тобой ничего не делал. Ха, так и поверил. За идиота меня держишь? После задания ты выпил концентрат для мытья посуды. Чего? Что за чушь ты городишь? Не шути со мной, сука, я тебя отмудохаю. Кто ты? Чего? Кто ты? Я тот, кто тебе сейчас зубы по одному выбьет нахрен. Понятно, пошел ты. Выходи, готовься к лаборатории. Черт, голова кружится. Что-то не так, как будто часть мозга пропала. Как будто я... Тик-так, тик-так. Кто ты? Чувствует головную боль и головокружение.
Я хороший тостер. Вам есть о чем доложить? Ну же, чувак, я сломан. Сломан, и доктор хочет знать, как ваше самочувствие. Я точно сломан, кажется, не могу больше жарить хлеб. Хлеб? У вас есть отвертка? У меня внутри явно что-то сломалось. Вас отвезти в больницу? Откройте дверь, мне нужен ремонт. О, господи, хлеб! Попробуй пожарить этот хлеб и проверить, сломан ли я. Слышь, это не так. Плохо дело, о нет. Такая вот боевка. Может, сдаться им? I am a toaster. Прекрати сейчас же. Мы тебя убьем. Я сломан. Кто ты? Я Мишутка, я плохой тостер. Я больше не могу жарить хлеб, но да, я могу себя починить. I am a toaster. I am a toaster. Это живот был или что? Или шея? Ну, это хотя бы самая фановая история была. Хотя бы, блядь, не душная залупа, где что-то унылое пытается в серьезное превратить. Тут хотя бы I am a toaster. Выбор сделать, хочу ли я быть тостером? Я согласен. Опа, матрица. Что в матрице таблетки означали? Красные концовки. Возможно, красная дверь окажется бэд-эндингом, который по правилам нам не нужен. Хотя как будто это именно выбор концовки. Синяя good end. Норм спойлеры. Что выберешь? Зазу или без Зазы? Садовник Карл. Ну это что-то уже для экспертов SCP. I am a toaster. Бля, такая хуйня игра на самом деле. Вообще прям лютая. Именно в первую очередь проблема в сценаристах, я не знаю. Настолько все душно и долго растягивать, когда оно вообще того не заслуживает, я даже не представляю для чего. Я типа думал то, что первая вот эта тема, где ты там в пустыне катаешься, она не очень прикольная, но по факту она была одна из лучших, если честно. Она хотя бы быстрая была, тебя не дрочит какой-то хуйней. С девочкой история самая худшая. Просто вообще хуже придумать невозможно. Настолько избитый концепт какого-то индиго-ребенка, который, блядь, со сверхчеловеческими способностями, которого просто там недолюбили, к которому не должным образом относятся. И куча каких-то, блядь, вообще клише. Ты стоишь, уже знаешь, что сейчас будет дальше происходить. Не говоря уже о том, что, ну, геймплей, блядь, Flappy Bird покликать просто так, ради чего? Ради чего? Это никак тебя в атмосферу не погружает, никак не обыгрывает нарратив, просто рандомную какую-то абсолютно вырванную мини-игру из контекста проходишь. Коридорная игра, идешь с одной точки до другой точки, перед тобой противники, вообще поебать абсолютно. Наш первый проект. За последние 3 года мы вложили свою кровь, поэтому невероятное количество слез в эту игру и постарались принести нашим игрокам что-то совершенно новое. Чего вы пиздите? Что вы совершенно новое пытались принести игрокам? Добавить комментарий. Но проблему. Хотите комментарий? Давайте напишу. Душный интерактивный коридор с ужасным вплетениями игр, которые никак не подкрепляются нарративно и существуют просто для галочки. Зачем мне кристаллики между собой соединять и Флэппи Бёрд играть, одному богу известно. Мне стало лень, разработчики не заслуживают этого. Ебаная залупа, вот такой будет мой комментарий по этой игрушке. Я потом и по Mortal Shell мы бить чем-нибудь на каляку, и по этой игре. Бау. Че я резона, я такой флексовый. Так, это сложность. Так у нас, получается, нихуя даже нет на бросок кубика. А, ну плюс один есть. У нас плюс один на кубик. Нормально. Та же самая пятерка, кстати, остается, да? Ненормально, нам может быть пизда. Раз, два, три, четыре. Я попадаю на ебанутую клетку. Я сейчас, по идее, буду кидать кубик на спуск. Сначала игра. Я не думаю, что так работает. Счет я это взял. А в чем тогда смысл, если я буду всегда дропать, чтобы не рисковать со спуском? Ну, то есть ты встал уже на клеточку. Типа ты. А, ну так я встал на клеточку. Сейчас мне выпадет игра. Я ее дропну и пойду назад. Да. А в чем смысл тогда того, что я могу укатиться по этому спуску?
А может же не укатиться, может дальше пройти. Ну, это же бред. В плане по переходу? Ну да, смотрите, вы говорите то, что шорткат либо спуск должны применяться перед игрой, вы чё? Тогда я должен, блядь, быть на 21-й уже, нахуй. Я вообще хуй знаю, где я должен быть, потому что я должен был быть на 20... Ой, я должен был быть... Да нет, не факт, что вы где-то бы были, но просто это такой же абуз, как и с предметом. Ты просто встаешь на клетку, где я сейчас могу проебать 20 клеток. Зачем мне рисковать, если я просто кину кубик пойти назад? Но сейчас конкретно я это обужу. Я всем говорю, я пошел обузить пока. Да пожалуйста, я не думаю, что это какой-то... Но нам надо это пометить. Не, у него это, ну, это типа... Не, для меня это еще это может быть спасением. Титш. У меня сейчас выбор игры зрителям. Блять, а здесь и так написано, после чего чат выбирает игру. И, а как, вот, ну, блять, столько вопросов. А как оно работает с тем, что мне и так предмет, который чат выбирает игру? Клетка, наверное, я не знаю, что, клетка в приоритете, не клетка в приоритете. Словно клетки в приоритете. А что, если я прихожу на эту клетку, а мне Mighty Dragon заказал игру? А этот заказ игры прокает только тогда, когда ты останавливаешься на следующей клетке. Вот у меня буквально есть игра дракона. То есть в других случаях клетка не приоритетной. Короче, блять, я сыграю так, как душа лежит. Я что-то заебался сидеть, что-то думать. Теперь точно расширение территории. При следующей игре повысить верхнее и снести нижнее значение порога часов на 2. Колесо из 10 игр. Количество игр 10. Все? Крутите барабан. Здорово, Трирк. Нам похуй, что на барабане выпадает, на самом деле. Есть вайбик бесиловки, да, когда хуй пойми, что происходит, кто что, блядь, говорил, чему, блядь, прислушивается, и никто просто нихуя не понимает. Вообще никто не понимает. Ни участники, ни организаторы, вообще, блядь, никто на свете не понимает, что приоритет, что не приоритет. Как мы игру выберем? Чат, какую игру хотите дропать? Shirin the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice Fate. Ох, матерь божья. А вдруг это чат крутое, японское, интересное? Думаю, тут даже голосований никаких проводить не надо. И понять, почему вы это дропаете. И теперь мы кидаем кубик, блядь, на шаг назад, получается. What the fuck, как же... What the fuck, как же это дядька опузит? Пиздец. Это лакшит максимальный. Fast pace теги. Так, пришлось дропать, чтобы не укатиться на... 20 клеток вниз. Я жестко наобузил. Теперь правила поменяли. Я такой крутой. У тебя шлем панта сработал. Да, кстати. Наверное, да. А, блять, у него должно быть старое описание. Тогда, может быть, не все так хорошо сейчас. Как тогда работает плюс, если ты при дропе в минус идешь? Получается, теперь у тебя плюс 2 кубика на следующий бросок вперед. Значит, у тебя next time boost должен быть плюс 2. По этому описанию именно это нахуй чат и значит. И имели ли в виду парни так? Мне поебать. Тиш пишет себе кубик плюс 2. Это литературно то, что нахуй даже в скобках указано, то, что при движении вперед. При движении вперед? Вопросов нет. Я, блядь, играю этот ивент. Я, нахуй, играю этот ивент. Все, хватит. Хватит, блядь, Тиш пытаться наводить суету, что-то балансить люто. Тиш уходит в такие обузы, которые, блядь, вам даже и не снились. Все, чат, красавчики. Все правильно. Так и играем. Я думаю, так и надо играть, и хватит уже заебываться. Тем более этого предмета, если что, больше не существует в этой игре. Он, блядь, был один такой, если что. Пиздец, ведь. День 2. У нас сейчас прокает выбор чат-основа. На клеточке, на которую я откатился. Fast pace. И после этого уже будет игра драконов в порядке очереди. Я Стасу конкретно об этом писал. И это пока лучшее, что мы придумали в плане юза списка эффектов. Fast pace. Мне нравится этот тег. Хуй знает, блядь, что по него, конечно, попадет. Давай Hotline Miami 1. Вот я, блядь, нахуй очень рад буду. Ебать, дедлинг, чат. Блядь, чат. Нас четверо, он один. Да я один за четверых. Опа, Хромчик. Ха, который хочет, я не знаю, говорит, который хочет игру. Хром, надери ему задницу, Криол там на подхвате. Давай, давай, давай. Пошел, Криол, давай. Еби, дядька. Еби, блядь. Еби. Янис Сасанус. Блядь, шары такая угарная хуйня. Давай Алиенов или Дедлинг, что тебе больше хочется? Опачки. Вот дела нахуй. Это рерольная игра. Как так вышло, что эта хуйня попала сюда?
А дедлинк ебучий... Дедлинку ебучему не хватает полчаса для того, чтобы за него давали плюс кубик. Это пиздец. Ну, эта игра в любом случае в Steam недоступна, поэтому я возьму дедлинк. Есть такой выбор. Ну, все, погнали. Нет, тут first round вообще нереально будет. Здесь мета душ нет, по идее. Yes. Игра наподобие ультракилл? Нет, это игра наподобие Doom Eternal. Только рогалик. Тяжелое оружие. Медтех. Не помню дедлинка, но было вообще на канале. Yes. Ну, я в него два стрима, наверное, играл. По паре забегов. Первые комнаты пока легко идут, очень мета. Блять, вот взять мету или взять модификатор оружия? Насколько вообще реалистично пройти с первого рана забег? Это лютый копиум, наверное, да? Ладно, давайте не будем гридить. Давайте сыграем стабильно. Вот бы Тиджика заставить как-нибудь в библиотеку поиграть. Боже упаси. Боже упаси. Только не вот эти всякие Лимбус. Только не вот эти всякие Library of Ruina. Ау, ау. Хочу задать очень важный вопрос, который когда-то мне задала Кисуми. Угу. Как там внизу, Тидж? Фу, блядь, я думал, ты со мной что-то сделал. Я испугался, что ты мне там сделал что-то плохое уже. Я, короче, хотел ловушкой насрать на 20 клеточек прохода, но она только на 10 распространяется, и я расстроился. Ну-ка, дядька, ты сливаешься с травой на моем поле. А, так это маскировка. Я не очень уверен в себе в игру, чувствую, честно говоря. Думать приходится, что я делаю. Иду. Не знаю, рандомится ли слоты. Я не помню, продавался ли вообще. Это за чего я прям взял? Могу купить. Choice, my shit, you're trying to...
Вот это что-то, да. Что-то рандомное убило. Очень-очень не хватает урона, прям вообще пиздец. Я просто ноль урона наносил, даже и не успевал его самонов убивать. Бомжик. Мусор или клад за 100 меты? Давай. Ёбаный лутбокс! Бесполезный кусок мусора. Давай еще. Ошибка. Это, видимо, нип, куда ты сливаешь мету, когда у тебя ее слишком много. Я надеялся, что в него можно выиграть еще больше меты. Это другой босс? Или это мини-босс? Там была такая. Ну блин, на что я патроны беру? Синий, видимо, это на мейн пушку, да? Меня думай тёрнул. Ебать, я босса снес. А где он? А чё я вот так быстро снес, охуеть. Ну, знаете, это неплохой Doom Eternal дома. Это прям неплохой Doom Eternal дома. Он в раннем доступе, я говорю, в раннем доступе такой же был, только контента в нем было... Zero. Жаль то, что они много контента решили навалить за метой. По-моему, вот этой локации уже не было в раннем доступе. Охуеть, конечно. Надо было сразу оттуда убегать. Магазин инструментов. Мы реально на какой-то русской локации сейчас, какой-то завод. Свободная одежда — причина многих несчастных случаев. Я не шиз, они... Фу, блять, волос какой-то сожрал. Они на русском разговаривали. Ебать, это выглядит как финал-финал еще и. Огромная дверь, в которой дверь поменьше. Искра. А его сера прикольный. Но фрустрайно звучит как что-то невозможное, если честно.
Пиздатый босс, на самом деле. Момент истины, это финал рогалик или нет? Это не финал, чат. Но со второго трая его будет гораздо проще проходить. Еще два! Качаем мету прогрессию. Штурмуем Арасаку. Мини-босс, блять, в первой комнате? Витёк, спасибо огромное за рейд. Я думаю, это конец. Увы. Так, это финальная лока? Это финальная лока? Финальная лока, то я удивлен, что так быстро получилось дойти до нее даже. Два трая, думаю, мы должны пройти. Ну, есть вариант. Босяра? Блять. Блять, я просто не достаю до этой хуйни, ёбаной. Нахуй она так высоко висит? Пиздец, меня мини-босс расхуярил просто. Опасная зона, плюс 80% хп. Типа, чем больше комнат зачистишь, тем проще будет. Охуеть. Охуеть, просто, блядь, охуеть и ебать тебя в рот. Блядь, он еще стреляет китсканом, ебать, тут каждый этаж это мини-босс. Меня просто стачекают в ебало, блядь. Бля, знал бы я... Короче, если бы я в первом забеге, когда дошел до финальной локации, знал бы, что там вот каждый этаж мини-босс ебнутый, я бы, наверное, еще один ран на мету сделал. А так, увы. Это прикиньте, насколько прокачанной метой первые локации будут еще более бездарными. Там еще мобы такие, блядь, спавнятся на арене, которые, блядь, куда-то к стенке крепятся, убегают у тебя. Тебе тяжело броню восстанавливать из-за этого. Надо их хантить, и у тебя на жопе чел, который прыгает и ударные волны создает. Бля, зачекнуть этот забег будет невозможно. Наверное, револьвер не очень хорошая пушка для билда на стихиях. Выпустите меня отсюда. Че, может быть, мне дадут побольше посмотреть на этаж в этот раз? Это... это пиздец, честно говоря. Надеюсь, хотя бы забег сохранился, потому что я вылетел, блядь, на ёбаном последнем этаже. Если нихуя не засейвилось и в игре нет реконнекта, это грустно. У меня фул игра сбрось... Блядь, иди нахуй, блядь! Ну все, пока хватит играть тогда. Есть кто живой? Ват? Ну вот, вот так вот случилось, да. И что я делаю? Я свой сейф из раннего доступа, в котором я наиграл столько же, сколько я наиграл до этого, я его, короче, адаптировал под этот забег. Всё мне это заново теперь. Я просто использую свой сейф до ивента. Там примерно такой же прогресс, на котором у меня крашнулся мой сейф. Причем, блядь, я вылетел на финальном уровне с кучей настаканной меты, поэтому условно можно будет сказать то, что меня откатило именно где-то на один забег. Правда, персонажей всех нет теперь. Но это похуй, мне все равно никто не нужен, кроме этого. И, по идее, еще проблема в том, что там же импланты какие-то были в секретках, которые находить можно было. Стрёмная арена какая-то. Ха-ха-ха.
Не понял, как босс умер, я ее даже не стрелял сейчас. Здесь меня не разъебут на хилке. Ха-ха, тетька. Шляпки. Ушанки. Пчелка. Мне нравится здесь. А, пчелка, походу, умерла. Ну, ладно, они, в принципе, все по одинаковому принципу проходятся. Welcome to the future. You'll make a good show of what my tech can do. Виабу, ёбаная. Hey, that bitch stole my research. The glow and reflection repeated in a hall of mirrors. You son of a... When I find who you are... Nanomachine, son! Чё она сказала, Nanomachine, son? Что-то распрыгалась, тетя. No way, что это все. Окей. Трящи вкидали. Это хоть что-то. По сути, за бсода я потерял только, ну, минут 40 тогда. GG. В этой игрухе, знаете, что грустно? Я как будто, в отличие от Думы, у тебя нет принятия решений никаких вообще. Типа, в Думе ты там думаешь, куда тебе заряд БФГ потратить, куда тебе меч нажать, бензопилу, когда тебе там подхилиться. А здесь ты, ну, просто памишь до талого все свои кнопки доступные. У тебя просто есть кнопка, ты ее сразу жмешь куда-то. Здесь нет смысла ничего халдить ни на кого. И просто получается у тебя, ну, чем выше АПМ, тем, типа, эффективно ты играешь. Но думать при этом вообще никак не надо. Я минимум кидаю 3, и это я попадаю к Томатосу. Давайте посмотрим. При использовании поглощается дает вам возможность попробовать пройти случайный рогалик из подготовленного списка с определенными условиями с первых 3 попыток. В случае успеха бросаешь дополнительный кубик после прохождения игры на клетке. Я же могу сейчас это, получается, заюзать, и если все ок, то получить плюс кубик к ходу. Либо колесо зла. Какой дебаф может меня люто разъебать? Я думаю, мэби рогалик захалдить. Сейчас походить просто, а рогалик уже юзать потом. Зачем, типа, его сейчас юзать? Выйти из вот этого вот супер опасного места, в идеале вот это тоже пройти. И где-то вот здесь уже, короче, юзать рогалик. И отправляться в бесконечное путешествие. Если, конечно, меня его не спиздит раньше времени. Ладно, поехали, чё-то. Раз, два, три. Привет, дядька Томатос. Так, игра дракона. Дракон нам предоставил выбор. Мунин. На 80% на скидке. Казуальная игра, инди, головоломка, платформер. Выглядит как уберщит. Выглядит как уберщит, но не сильно сложный. Еще, блядь, за 40 рублей. Че люди пишут в отзывах? Ух ты ж, блядь, 20 часов, 20, 17, 19. Ебать, не, говорят, поход пиздатая. Бля, ну мейн стори 8 часов, наверное, в пизду. Как будто мы останавливаемся на этой игре. Rush 4.2. Ну, 5 часиков, да, нормально. 25 прохождений имеется. Что это вообще за игра? Только не головоломка. Action Open World. Бля, еще и выглядит не самым плохим образом. Открывайте порталы, чтобы удалить злобных тварей. Коварные загадки и сложные испытания. Освоить уникальные способности каждого портала. Остановите распад реальности, исследуя яркие миры, раскрывая глубокий сюжет, полный тайн. Думаю, надо брать Unbound Worlds Apart. Как будто придется душиться... А как здесь может быть Precision Platforming? Посмотрите на эту графику. На этот дизайн левелов. Ну, меня радует как минимум то, что мы выбрали Славу Хозер, и я поднялся на поверхность. Остался позади только дракон. Мы все чилим на лужайке. Причем вообще все близко друг к другу.